Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и мы продолжаем проходить игру Return to Castle Wolfenstein. Миссия 4 продолжается, секретная фабрика вооружений, часть 4. Задача миссии — обнаружить укрытие под лоток мертвой головы, получить информацию о местонахождении мертвой головы. Ну что, думаю, в общем-то узнаем. Обязательно. Майор, почему еще не все готово к отплытию? Я приношу свои извинения, оберфюрер, но загрузка новых торпед занимает больше времени, чем обычно. У меня нет времени на эту чепуху. У меня есть важные дела. Этот корабль отплывает к лаборатории в течение часа, с торпедами или без. Это ясно, майор? Так точно, герр-оберфюрер! А вот, видимо, как раз это мертвая голова. И мы, в общем-то, до него добрались. Так, и чё? А, даже мы, по-моему, только сели лифт, и всё. А как-то, видимо, придется в следующей миссии, да. Ну что ж, думаю, разберемся. У нас, в общем-то, хорошее, отличное оружие, аптечка. Жизнь более-менее есть. Отправимся. Так, что-то дверь не открывается. Удивительно. Я смотрю, вы так и починили подъемник. Так. Так, говнюк готов. Так, больше никто не бежит? Видимо, нет. Отлично. Готов еще один. Так, здесь на что? Какие-то генераторы, в общем. Так, а вот аптечки точно пригодились бы. Офигеть, сколько там аптечек. И как мне получить доступ туда? Готов, голубчик. Так, кто еще придет сюда? Дверь закрыта. Так, где ты еще сейчас идти? Спрятались. Блин, говнюк ты такой. Так, аптечки вот тебе бы найти еще. Побольше здоровья лечить. Так, давайте. Все вы там. Так, зайдемся-ка. Где этот чертов? Не понял. Так, сохранимся на этом месте. Так, ладно. Так, побежал, побежал. Ох, давай, вылезайте кто-нибудь, давай. Хватит там шмалить, а. Давай, вылезай. Че там прячешься? Блин, хватит бегать, прятаться-то. Готов. Отлично. Так, если птичек нет у нас. Надеюсь, больше никого с РПГ нету. Никому больше не дарит. Паша слишком штуковина. Да уж, офигеть. Комбода отдают там. Ну что-то вообще базили, что ли. Ой. Так они вообще сами себя тут могут убить. Ты что, не слышишь вообще, что ли? И не видит меня. Вот где вот. Блин. Ау. Он что делает, что ли? Барик у него там, что ли, тревога, что ли, система тревоги нет. Как все-таки не туда попасть? А, вот что я понял. Хотя, может и нет. Вряд ли это хороший день.
Так, а чё за? Так, а так стоит там, ну да. И столько так попробовать попасть. Никакого. Откуда? Не понял, откуда вообще взялся там. Не понял, откуда вообще взялись-то оттуда. Там интересно. О, отлично, туда куда надо попали. Готовы? Голубчики. Что за? Так, ух ты. Нифига себе. Это что за? Бегают какие-то. Что за нечисть такая? Да, нифига себе, солдатики. Это бы пострашнее будет, чем как обычно эти немцы. Ох, блин, а. Ой-ой-ой. Ни хрена себе. Черт, я дери. Чё-то это вообще. Чё-то страшнее будет, на раз. Чё-то вообще какое-то. Фу, хотя аптечки нашли, отлично. Фу, хотя бы он там месяц сохранился. Там ещё какие-то непонятные бегущие на ножках эти. Блин, нифига себе, конечно, враги. Блин, это будет пострашнее, чем. Они сразу же первого основного патрона убивают. Он бегает, скотина. Где они там вообще бегают? Фига себе. Чё за... Новый тип врагов у нас появился таким образом. Так, я его... О! Не понял. Это что за хрень? Готов. Кота Кибона. Орангутанг. Блин, жесть. Офигеть, что за херня вообще. Уху-ху. Да уж, блин, пострашнее будет. Блин, вот это, да, вот это круто, конечно, сделано. Атмосферно. Правда, хоррор какой-то, как бы думаешь, начинается. Прислушиваюсь к постоянно другим звукам каким-то. Нифига себе, твари. Страшнее будет обычных солдат. Чё-то тери, блин, этих. Фу, так. Так, а вот это Веном, что ли? Наверное, так и есть. Скоро, мне кажется, мы встретимся со вторым боссом в этой игре. Да, видимо, Веном, наверное. Или хотя бы пулемет, может быть. Какой-то миниган. Так, а дверь раскрывается. А. Нифига себе, проломил пластина. Так, оси еще этих тварей. Так, дверь закрылась, я не понял. И так, зачем это я сделал? А, дверь открылась. Ох, блин. Какого хрена? Что вообще происходит-то? О, блин, эти твари. Скотина. Ох. Фу, чё ты тери. Нифига себе. Блин, быстро ноги. Твари-то. Чёрт, дерись, а. Чувствуешь, как будто крыса в мышеловке какой-то. Точнее, крыса. Да, мышеловки. А мышеловки при этом еще эти твари бегут.
Смотри, да, офигеть. Они там сидят в этих камерах. Черт, я сюда хочу свалить. Фу, блин, офигеть. Так, аптечки берем. Так, немножко я лучше буду другим пока оружием пользоваться, не этим. Так, еще открылась. Так, камера не открылась, интересно. Слава богу, не открылась. Так, и чё? О! Ты чё? Вы чё вообще делаете, блин, из РПГ стреляют, вот идиоты. Так, и чё, обратно теперь возвращаться? Я чё не пойму. А, блин, дверь не закрывайся, ты чё? Так, Асян, туда пойти. А, из этой камеры, мне кажется, это гаденыш бежал. Если нажму кнопку, сейчас поедет, тоже сбежит, наверное, туда. Вылезет. Если камера, эту кнопку нажму. Нет, ушки нажимать точно не буду. Так, блин, теперь понять, что как бы куда дальше идти. Да, обратно что ли возвращаться. Я не могу понять. Хотя, возможно, обратно. Так. Посмотрим-ка. Надеюсь, их бегающих обезьян, роботов нету. Неприятные, конечно, твари еще те. Так, это открыть тебя получается что-то. Так, куда же попасть-то? На обратно лифте? Нет, вряд ли. Все та же комната. Значит, явно что-то там делать. Видимо, этого придется выпускать. Больше никак. А хоть бы не хотелось это делать. Чё это отдери? Эту тварюгу выпускать не хочется. Слишком уж рискованно будет. Ладно, идем дальше, что ли? Так, а? Не понял четко. Так, как мне теперь? Куда мне теперь попасть нужно? Дверь, интересно, открыть можно? Так, ладно, сейчас буду сохранимся на том месте. Фу-фу-фу, чё ты дери эту тварь. Нет, как нас с другой стороны вроде бы сесть снова. И столько вот... Сейчас это пролезать. Потому что мне что-то не хочется книги. О, жесть. Такая, как она есть. Уж никак не пишешь. Чё это дерить этих противников? Проламывающих стены. Блин, это не открывается. А, теперь... Пока мы не подойдем, он не вылезет. Ну что? Да что ж ты не дохнешь, скотин такая? О, офигеть просто. Ой. Зараза. Попробуй убей. Из РПГ что ли попробовать шмануть? А, убил что ли? Да конечно.
Есть. Готов. Фу, отлично, справились. И чё? Так, а это что? О, смотри-ка, проход есть. То, что надо. Сохранимся на всякий случай, идем дальше. Вы нашли тайник, ух ты. А, только мне, конечно, тереты нужны. Я бы что-нибудь другого их искал бы. В первую очередь. Точно, в первую очередь другого поискал бы, не тайник. Да. Да уж, что здесь найти-то можно? Еще чем-нибудь. Куда-то другой проход. Куда нам дальше идти? Странно, что за стены такие? Да, что-то непонятно. Куда дальше-то идти? Слабо, хотя бы эта тварь больше не станет. Так, ну я нам не сюда. А это что за кнопка? А. Уже закрывает. Блин, куда же идти дальше-то? Чё же ещё пропустил-то? По небеще. Так, а... Может там вообще не пройти? Наверное. Ну да. Ну туда, наверное, попасть нужно. А вот как туда попасть? Кто образом запрыгнуть надо, что ли? Или я там был уже? Да нет, я там точно не был. Черт, ну что за такое? Здесь запустил, запутал уже просто. Куда мне дальше-то нужно? Так, куда же дальше? Чёрт, идея. Фу-фу-фу. Блин, ну... Я чё не понимаю, куда дальше-то? Что случилось-то? Это не открывается. А, чёрт, идея. Что ж такое? Чем мог промаркать-то? Хм, странно. Куда же... Куда же дальше? Я уже запутал просто. Чё это то дело-то? Да, время уже поздновато. Фу-фу-фу, так, ладно. Патрон подобрал. Так, может что-то здесь нажать надо. Так, ну тогда не кай. Чё ищу-то? Так, ну это закрывается, открывается, что дальше? Это странно. Теперь не знаю, дальше вообще куда идти. Немного непонятно. Черт подери. Да, что-то запутал. Где же этот проход-то? Все какой-то. Че там, ничего так не так сделал, не пойму-то.
А, Марик открылся. Вот что там было. Блин, что-то я только так тупила. О, пиздец. Из-за прогрева только не кшмалит, наверное, лучше. О, сохранимся. Да, что ты? Ей? Я уверен, что что-то слышал. Что это? А? Ей? Готов. Так, ладно. Продолжаем. Отлично. Разобрались с ним неплохо. Привет. И прощай. Так, видимо, как раз, наверное, вниз надо будет спускаться. Так, мы, конечно же, аптечки. Доступ не заблокирован. Я не получится попасть. Как бы не пытаться. Хотелось бы это. Готов. Чёрт. Извини. Я не хотел тебя сталкивать. Так, у меня какой-то там проход был-то все-таки. А, как раз вниз-то. Вообще туда я попал, интересно. Не хватало бы кому-нибудь в гости зайти. И еще. Непонятно, как проход, который даже ничего нету. Полезно-то. Жалко. Думал, что-то найдет по моей дуку, у тебя аптечку, не знаю, чем еще патроны. Нет, не найдем, видимо. Что ж, идем туда дальше. Скоро мы, думаю, найдем эти ракеты. Так, сохранимся, конечно. Так, попробуем все-таки снять их. Тихо, осторожно. Готов. Готов. Так, отлично. Готов. Дружочек. Отлично, справились с ним. Так, ну... Нас здесь... Блин. А то он куда взялся? Готов. Отлично. Готов, голубчик. Зря высунулся, можно так сказать. Так, кто у нас с той стороны, интересно? Нет никого. Ну что ж, давай посмотрим. Кто у нас наверху? Наверху, наверное, больше никого нету. Мне так кажется. А, вот только вот этот. Кто там вообще, интересно? На той вышке-то. Чё не в том зале управления находится. А нам, по-моему, как раз попасть нужно. Так, умножить укрытие подлодок мертвой головы мы нашли. Так, теперь информацию о местонахождении мертвой головы надо узнать. Ну, её находится там, в той комнате. Только остается туда попасть, а. Так все легко будет сделать. Это нужно будет, наверное, ту комнату поверх подняться, наверх. Там очень всю информацию мы получим таким образом. Так. О, никого нету. Отлично. Сейчас мы думаем, ох, отлично, птичками. Обзаведемся спокойно, сохранимся. И продолжим дальше. Так, ага, только, конечно, как попаду, интересно, туда. По воде что-то придется лазить. Плавать. А? И как я туда попаду?
Не могу понять, что. Да нет. По воде может поплыть, но это никакой пользы. Никакой пользы. Значит, все-таки что-то нужно точно сделать. Когда здесь пройти вот, да? Так, дверь закрыта, черт. Давай открывать, что ли. Или может как-то так спуститься? А, отлично. Фу, спустились. Да, неплохо. Акробатика немножко позанимались. Так, а дверь открывается? Блин, не открывается. И как мне туда попасть, интересно? Теперь обратно как вернулся. Ух, что-то я не могу понять, как тогда теперь не попасть теперь туда, куда мне нужно. Я ну что-то здесь нужно делать. Может какая-то еще проход есть. Так, нет, открывайся давай. Отлично, просто отлично, отлично. Теперь можно снова искать какой-то проход, а? Так, ну что ж делать-то? А, место, в общем, мы это нашли. Что же дальше? Все двери, блин, закрыты, которые... Так хочется попасть, с которым можно было попасть бы. Блин, ну что ж такое? Я что-то не вижу никакого прохода-то. Вообще меня не слышит. А, вот как. Что-то я сразу не додумался. Что, можно было бочки стрянуть? Так, нет, если мы думаем, тогда туда сейчас переберемся. Так, как я это сделал уже до этого. Ну да, вот можно дыру было сделать. А, неплохо. Придумано. Готово, отлично. Голубчики. Фух. Молодцы. Так, больше никого нету. Так, давайте мы сейчас сходим вон ту дверь, посмотрим, что у нас там. А, это, наверное, как старая дверь, которая, да, которую мог пройти я в прошлый раз. С той стороны была закрыта, наверное. Точнее, с этой именно. Так, в общем-то, все. На этом заканчивается, в общем, эта серия прохождения игры Return to Castle Wolfenstein. Увидимся, думаю, в следующей серии. Да, пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи, до скорой встречи. Всем пока. От меня вы информации не получите. Они отправились в Норвегию. Координаты 67 градусов северной широты, 16 градусов восточной долготы.